Здравствуйте, дорогие телезрители и гости в студии. Мы рады приветствовать вас на очередном выпуске нашей интернет-передачи, нашего видео-шоу в стиле интернет-вещания «Начало времени композиторов». Мы рады приветствовать вас в начале времени композиторов, и мы начинаем. Наш сегодняшний гость – композитор Павел Карманов. Павел Карманов родился в 1970 году в Братске в семье музыкантов и с 6 лет посещал музыкальную школу в Новосибирске. Детские сочинения Павла Карманова были высоко оценены известным композитором Дмитрием Кабалевским, после чего семья переехала в Москву. Павел Карманов окончил центральную музыкальную школу при Московской консерватории, а затем и саму Московскую консерваторию. С 1996 года Павел Карманов – член Союза композиторов России. Павел Карманов постоянно принимает участие в различных музыкальных фестивалях. Его сочинения исполняются в концертных залах Москвы и городов мира. С 2000 года Павел Карманов – участник московской рок-группы «Вежливый отказ», который выступает в качестве пианиста и флейтиста. В 2013 году Павел Карманов выступил одним из соавторов новой музыкальной редакции оперы Александра Бородина «Князь Игорь», постановка режиссера Юрия Любимова. Павел Карманов является автором музыки ко многим художественным и документальным фильмом, а также к рекламным роликам. Павел Карманов сотрудничает с такими выдающимися музыкантами, как Алексей Любимов, Юрий Башмет, Татьяна Гринденко и Марк Пекарский. Итак, Павел, скажите, в чем ваш секрет? В чем ваш секрет, Павел? Ответьте. Да нет никаких секретов у меня. У меня секретов нет. Спасибо, Павел. Павел, скажите, что вам сказал в свое время Кабалевский? Как он вас благословил? Сказал ли он, Павел, продолжайте в том же духе? Что сказал Кабалевский, услышав ваши детские сочинения? Ответьте, Павел. Он сказал о трех китах и многое другое. Хорошо, Павел. У вас есть сочинение под названием «Весна в январе». Что это за весна такая? Расскажите нам. Это весна. Она в январе. В январе весна случилась. Прекрасно, Павел. Соната, фуга или месса? Что выберете? Ни то, ни другое, ни третье я выберу. Что-то странное напишу. Что-то не похожее на все. Спасибо, Павел. Недавно вы завели новый видеопроект «Карман ТВ», где вы смотрите и комментируете видео, навешиваете на музыкантов шляпы, очки, различные аксессуары. Расскажите нам про него. Расскажите, Павел, про ваш проект «Карман ТВ». Просто было скучно. Скучно мне очень было просто. Просто очень скучно жить. Я снимал. Снимал, еще раз снимал на свою лейку. На лейку свою и на молоток. Опять же, я подумал о том, что вот то, что я делаю дома сам для себя в режиме своей композиторской жизни и деятельности, например, слушаю пластинки, так сказать, там, думаю на музыкальные и околомузыкальные темы. Я решил, что все это можно выносить на публику методом онлайн-трансляций. И на сегодняшний момент я превратился в такого уже как бы диджея, который оперирует собственной музыкой, комментирует ее, рассказывает истории создания каждого произведения, а также включает музыку других авторов, близких мне и моих кумиров, и в частности моего кумира Настасьи Хрущевой. Хорошо, Павел, в вашей музыке очень много консонансов и мажора. Почему это так? Объясните, Павел. Все от противного. На самом деле я смурной и несимпатичный человек. Но чтобы прикидываться, чтобы врать, я пишу такую музыку. Прекрасно, Павел. У вас есть музыка под названием «Подарок самому себе на день рождения». Часто сами себе подарки дарите, а вам дарит кто-нибудь? Ответьте, Павел. Перестали. Перестали дарить подарки. Перестали ходить в гости. На день рождения у меня пустота. Поэтому приходится самому себе дарить подарки. Спасибо, Павел. Известно, что вы родились в Братске. На вас как-то повлиял север, северная природа, север России. Вы чувствуете себя северным человеком? Вся мощь Братской ГЭС вошла в мое существо и в мою музыку. Дело в том, что я из Братска уехал, когда мне было года 2. Я Братск как таковой не помню в действительности. Но уже в 3-4 года меня мама привозила на Байкал. Мы жили у наших друзей в деревне Мунгутай. Это по дальнему краю Байкала, за Слюдянкой, совсем недалеко. И вот у меня сохранились такие воспоминания детские. Например, огромный в человеческий рост коряга на берегу Байкала, которую можно было спичками тогда поджечь ее, и она тлела, и внутри ужасно красиво светилась такими огоньками. Хорошо, Павел. А музыка-то есть у вас похожая на эту корягу с огоньками светящуюся? Скажите. Мне кажется, вся моя музыка светится, переливается, искрится. Моя музыка вся как блуждающие огни.
как светлячки. Прекрасно, Павел. У вас есть сочинение под названием «Different Rains». Что за разные дожди такие? Расскажите. Украл у Стива Райха идею. Хорошо, Павел. Павел, вы пишете интересную музыку или красивую? Как вам самому-то кажется? Скажите. Мне кажется, что интересная музыка не нужна никому. Красота. Вот что нужно. Спасибо, Павел. Ни для кого не секрет, что многие коллеги вас не любят из-за того, что вы минималист. А сами вы ненавидите кого-нибудь? Есть коллеги, которых вы терпеть не можете? Нет. Я раньше на самом деле был очень нетерпим ко многим коллегам. Но сейчас я стал терпимее. Считаю, что не имею права оценочно отзываться о коллегах. Спасибо, Павел. Павел, скажите, что бы вы сами себе посоветовали? Что с вами не так, Павел? Что бы вы исправили в себе? Очень разжирел. Исправил бы, да. Хорошо, Павел. Известна фраза Бородина о том, что музыка должна быть грустной или веселой. Грустной, веселой или никакой. Что вы думаете об этом? Какой должна быть музыка, по-вашему, Павел? Ответьте, Павел. Да я просто взял Бородина и вкромсал его на лоскуты. Вместе с Юрием Придочным Любимым мы сделали оперу «Князь Игорь» в Большом театре. И я лично вырезал оттуда арию Кончака. Павел, известно, что вы композитор, автор музыки к фильмам, композитор, автор музыки к спектаклям, композитор, автор музыки к рекламным роликам. Но также известно, что вы композитор-песенник. Это правда? Скажите, Павел, много ли у вас песен? Да, конечно, я песенник. Нет, у меня немного песен. Я не люблю оперное пение. Мне нравятся округлые вокалы. Я очень люблю барочное пение. Я эксгибиционист от музыки и минимализма. Спасибо, Павел. Павел, Джон Кейдж говорил, что у каждого есть своя песня. А какая песня есть у вас? Ответьте, Павел, ответьте нам. Моя песня еще не спета. Ну, кое-что уже спета. Я не знаю, какая песня у меня есть. Это все песни где-то там. А я где-то здесь. Спасибо, Павел. Павел, почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу, читаем мы в знаменитой поэме Гоголя? А что слышно в вашей песне, Павел? Что в ней? Скажите нам. Ну так что, может быть, споем, Павел? Может быть, вы споете нам что-нибудь? Может быть, вы споете нам вашу песню? Нет, я не пою. Будет комично. Зачем это?